эксцентриссимо. ЗОЖ нынче на пике. Объедаться в ресторанах стало немодно. До краев тарелки не наполняют теперь не из экономии, а для соблюдения бонтона. В каждом уважающем себя ресторане теперь есть фитнес-меню с подсчитанными калориями и стильными нано-порциями. Запеченные в сыре пельмени уступили место безглютеновым хачапури. Чизкейки еле удерживают позиции в бою с бездрожжевыми маффинами. А безлактозное молоко для капучино в кофейне уже подвозить не успевают. Табуле, киноа, пита, хумус, спирулина. Если вы не знаете таких слов, то спешите погуглить и перестать быть не в тренде. Если в ресторане заседать со всем этим некогда, то можно заказать на работу, домой или прямо в спортзал. Теперь на коне именно такие сервисы. В Кирове они тоже есть. Привезут в люксовой пластиковой посуде. Колораж соблюден, баланс белков, жиров, углеводов правильный. Клиенту остается только сойти с тренажера или выйти из позы лотоса и схватить тарелку, ну и заплатить. В столице подвоз готовой здоровой еды куда надо обходится 1006 в день. Кировскому соцработнику зарплаты на 2 дня хватит. Эксцентриссимо.